Дорогие друзья, я вновь в Матрамаркете. Я думаю, что многие из вас, конечно, этому факту не удивляются. Рядом со мной находится Евгений. Евгений, здравствуйте. Здравствуйте. Все лучшее клиентам, как гласит внутренний девиз этой компании. И, Жень, раз уж я с этой замечательной компанией оказалась, давай все-таки поговорим, конечно же, о том, что ты нам сегодня приготовила. Приготовила им, по всей видимости, что-то новенькое. Конечно, Настя. Новенькая вот эта модель. Она представляет собой 6 слоев. 3 слоя мягкого материала и 3 очень жесткого. Жесткий материал – это кокосовое волокно. Оно имеет удельную плотность порядка 3 кг на метр квадратный и, собственно, выполняет функцию некого такого матика, который дышит и не повторяет контур тела, который именно дает ортопедический эффект. Это матик может иметь различную толщину. Он наслаивается и получается необходимая нам высота и плотность самого матраса в целом. То есть для тех, кто любит матики, он может быть, в общем-то, и сантиметров 30. Конечно же. Латекс, как мягкий слой сверху, может также иметь различную высоту, и в зависимости от его количества матрас может получаться либо более мягким и более эластичным, либо более жестким. Толщина латекса варьируется от 3 сантиметров до 5. Средняя высота есть еще и 4 сантиметра. То есть подобрать можно абсолютно любую высоту, под любую кровать, под любые запросы, которые вам необходимы. Ну что ж, друзья, поговорили о новинках этого дня в Матрамаркете. Я думаю, что вы, те, кто ищет матрас, конечно же, уже знаете, куда идти и что выбирать.